Здарова, дорогие друзья, с вами Катя, да, Юра Штопкин, и вместе с Давиком мы сегодня устроим легендарное шоу «Это баскетбол машинами в GTA 5». Всем привет. Короче, ребята, давненько не снимал, в комментариях видел, что вы ее просите, поэтому давайте, как говорится, посмотрим, попробуем. Что, в общем-то, из себя представляет данное шоу? Мы спавним на каждый раунд по одной машине. Всегда это аддон и всегда только одна тачка. На этой тачке мы должны разогнаться и прыгнуть из вот этих вот трамплинов в соответствующее кольцо. То есть из трамплина с цифрой 5 нужно попасть именно в кольцо 5. Если мы забиваем гол в это кольцо и падаем вниз, если мы пролетаем еще и соседние кольца, забиваем гол, то мы такое же количество баллов, как на кольце, плюсуем себе как экстра баллы. Короче, ребята, самый вкусный балл это девятка, но девятка она одна. То есть туда залететь чисто и забрать 9 баллов за раз, это, ну, сложновато. Хотя при этом можно, типа, если удастся, экстра баллами собрать тоже 9 баллов, хотя это тоже довольно-таки сложно. Поэтому давай сходу по одной тачке, без мультиков, без ничего. Используем абсолютно все, кроме крупногабарита. Так, у меня это Chevrolet. Майбах. У тебя Майбах. Поэтому поехали. Главное друг другу, конечно, не мешать. От скорости очень многое зависит. Майбах реально быстрее. А я с такой скоростью чувствую и на единичку-то не залечу. Поэтому выбирай по скорости кольцо, какое ты думаешь, запрыгнешь и на пятерку. Да не. Я тупанул, конечно. Да нет, еще да не. Я вообще сам не помню скорость, ребята, 107. Тройка может быть, и то не факт. На тройку надо там в районе что-то 200 километров. Не, короче, ну тройка-то не считается. Надо с трамплина под нужную цифру запрыгнуть чисто в то же самое кольцо с такой же цифрой. Ну ладно, бывает такое, что ничего интересного. Так, ладно, второй раунд. О! Читкар! Ну, у меня, кстати, тоже хорошая машина. Давай я за тобой посмотрю через F9. Начинай. Чит-карт это потенциально девятка, либо же пятерка, если аккуратно прыгнуть. О, чего? Он не врезался никогда. Вообще, по сути, мы, ребята, в баскетболе, если машина врезается, мы не перепрыгиваем. То есть есть косячные тачки. А почему ты карт же прыгал вроде? Это максимально странно. Ладно, попробую я. Я, ребята, попробую на пятерочку. Да, ты бьешься, почему карт бьется? Он никогда не бился вроде. Максимально странно. Очень хорошая тачка, ребята. Это идеальные 5 баллов мои первые. Чистые. Ну да, тебе не повезло. Так, я забираю допом 3 и еще допом единичку. Отличное начало, ребята. Хорошо. Вот это тебе побить будет сложно. А по поводу карты, если честно, я не помню, чтобы он вообще врезался когда-нибудь. Я, конечно, не помню, прыгали мы на нем вообще или нет здесь. Ну да ладно. Обида. Обида. У-ху-ху, у тебя мыльница Porsche, у меня это какая-то Ferrari, не особо интересно, но у меня уже по баллам хорошо, подушка безопасности нормальная. А можно шлифовать? Сколько можно? Я пробую, ребята, тройку, хотя... Ай-яй-яй, какой рикошетик неприятный! Опа, я в троечку. Но ты еще не залетел? Теперь залетел. 60. И однерку собрал. Бонусом еще одничка. Блин, Феррари молодцом, летело хорошо, но, ребята, я рикошетнул от стены. Этого я не ожидал, поэтому дырка от бублика достается мне. А я целые бублики люблю. Так, у меня хороший чирок, у тебя Кадиллак. Так, давай, езжай ты быстро. Я думаю, что друг за другом в данном раунде прыгнем, потому что нужно вам показать, ребята, как машина себя покажет. На 4 балла. Ну, в целом, неплохо. Ну, пока да, нет. Да, да, да. Нет! Прежься. Как? Не дожди это тут! Хорош. Хорош, хорош, хорош. Это радостно. Самое то. Блин. Я прыгну на двоечку, потому что на троечку, мне кажется, не хватило бы. Да и на двоечку-то я залечу, нет? Что-то я прям отлетел жестко. Да, залетаю. 2 балла, ребята, мои. А, ну, у тебя красиво получилось. То есть, я думаю, ты даже и на пятерку мог бы прыгнуть. Вообще, четверка здесь, ребята, она такая фиктивная. Больше на нее прыгать не всегда имеет смысл. Не угадаешь, как говорится. Пятерка всегда больше манит, от нее больше толку. Блин, хорошая машина, но тройку, наверное, тоже слабовато. Поэтому я лучше... А ты куда? С тройки вообще куда-то в сторону улетел, да, я прям, я тоже заметил, что что-то у тебя прицел прям явно сбился, там явно куда-то не туда.
Трехочковое это не твое. Дьявол. Ну, не может считается, быть. Нет? Нет, это стандартное, насколько я помню. Да. Так. Что это? Не вижу. Rolls. Какой-то Rolls. Rolls считается. Seven. Просто Rolls у меня не загрузился, поэтому... А вот загрузился теперь. А Diablo крайне медленный. Ты все тройку мучаешь, да? Понятно. На двойку надо было. А я прям тютелька в тютельку зацепился колесом. Как говорится, лучше иногда не выеживаться и забрать свои, хоть и небольшие, но 2 балла, зато в плюс. Так, я вернулся, ладно, тачку сейчас заспауню. Так, мне нужно что-то тоже быстренько, я хочу прям еще девяточку. М2. 2 хорошо. Даже будет лучше, чем у тебя. Слушай, М2 потенциально, может быть и девятка. Я попробую. Давай, давай, давай! Блин, это была бы девятка. Да боже мой. Но я не туда врезался, ты представляешь? Я, ребята, чисто ради эксперимента еще раз прыгну. Баллы, конечно, мы не засчитаем, если я залечу, но все равно. Я так понимаю, ты тоже не попал, да? Угу. Блин, М2 вообще имба, ребята. Блин, это чистые 9 баллов. Ты прикинь, чистые 9 баллов. Чистые просто, вот прям по скорости идеально, вот просто как надо. Если бы я, ребята, в сторону не уехал, девяточка была бы за мной. Обидно максимально. Так, у меня следующая машина, это Лянчо, у тебя что будет? Блин, обидно, вот просто обидно, я ребята. Понимаю. Я и машина такая же, хотя не починил. А, нет, Бентли. Да. Бентли, Бентли. Она не 78-го года. Ну, как знать. Блин, за девятку обидно до сих пор, вот серьезно. Так идеально, вот она прям, она бы и в первый раз залетела. Вот прям по скорости все было идеально, вот все хорошо. Так, у меня чистая двоечка, а у тебя... Или нет? Ну да, заехал, залетел, закатился, упал. Не знаю как. А, ну ладно, ладно. Завернулся. Газонкосилка не считается. Чарджер. И какая-то погань. У тебя, конечно, не тот драгстер, но тоже должно быть неплохо. Так, погани, давай, 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 давай. Опять медленно. Даже не тройка, ребята. Даже не тройка. Двойка в лучшем случае. Да, идеальные 2. Ты где? Эх ты ж. Поверил в себя, молодой, но не получилось. 185 было максимально. Это мало. На тройку стало. Вроде нужно что-то вроде 200. Это вот. Что за чудо такое? А у тебя Мустанг, а у меня вот Ауди непонятно. Это прям... Что-то мне даже кажется, что на двойку не прыгнет. Машина. Ты быстрее меня. Разы. 5 тройк. Yes, наконец-то. Пробил. Так, у меня чистые 2, у тебя чистые 3. Топом. Один бонусный балл. Неплохо, неплохо, неплохо. У тебя все-таки да. На 2 балла больше. На твоего смене отыграю. Ну, можно. Можно. Вот если бы я забил еще и девяточку, вот это уже была бы похоронная просто серия. Обидненько. Обидненько. Так, это... Я рискнул на пятерку. Идеально! Давай! Сука, не хватило буквально, не знаю, 5-10 километров в час. Двоечку вижу. Мне чуть-чуть не хватило, вот прям кропалечку, прям вот тютельку. Вот совсем чуть-чуть. По скорости было отлично. Ой, ну это... Бля, а мне-то что делать? Я не знаю. Просто он сейчас забагуется. Что за ты, Бентли? Просто... Ты посмотри, на чем я еду. Я хз. Я никуда не попал. Максимально ужасная машина. Да! Пятерка! Молодец. И только пятерка, остальное не забрал. Чтобы, ребята, вы понимали, что это такое, просто для тех, кто впервые смотрит данное шоу, досмотрел до этого момента, я вам просто покажу, что это такое, что это за машина, если бы я прыгнул на максималке просто. Вот это было бы вот так вот просто.
просто за считанные секунды. И вот благодаря только вот этой крыше я не улетел в стратосферу. То есть она меня вернула обратно на землю, так скажем. Блин, ну пятерка — это отлично. Это хорошие баллы. Вау. От винта. Считается у меня, нет? А, я тебя не вижу, значит, да. А, у меня ломаная машина. Ну нет, наверное, лучше переспаунить, потому что смотрится она страшновато. Так, GP1. GP1, ребята, стандартная машина. Нам такая не нужна. А вот это, кстати, чудо, хоть и страшное, но оно вроде как качается. Так, что у тебя по итогу? Да нету ничего. У меня Бугат, ну Бугат такой прям. И что это? Не вижу. Можно я с ним поеду, пожалуйста? Ты уже едешь, просто что это? Ух ты, ёб твою мать, я тебя не видел. Ты появился прямо передо мной, я понял. Это Бронко? Ты чё это? Ты на единичку, может, прыгнешь? Нет, сотка. Какая единичка? Сотка. Как у меня в первом раунде Шевроле попался, вот то же самое. Даже до единички не дотянуло. Да, такие тачки, ребята, есть. К сожалению. У нас последний раунд. А, уже? Уже. Уже вот так вот незаметно пролетела серия, ребята. Так, Авентадор. О! И чит. Ну давай. А что ж, ребята, давайте посмотрим за Даником. У него чит. Потенциально это девяточка, пятерочка. Я бы, наверное, в твоем случае прыгал все-таки на пятерку, но ты решил зайти с козырей, но ты косой. Я понял. Это прям вообще что-то у тебя прицел сбитый. Так, ну и у меня, ребята, последняя возможность забрать свои кропальные 2 балла. Потому что быстрее эта машина не поедет. Шоу интересное по-своему. Но, ребята, конечно же, многое зависит от удачи. 2 балла в конце я забираю. Нет, водителя. Но тут еще переезд сам по себе, видишь какой? Надо еще прыгнуть хорошо. Кстати, хорошо, только скорость большая. А так, если рассчитать, то можно 9-ку забить. Что ж, друзья, лайк, комментарии от вас мы ждем. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.